лесу встретились слон и обезьяна. И каждый начал хвалить себя. «Сильнее меня на свете нет никого. Я могу вырвать с корнем любое дерево», – хвастался слон. «А я самая ловкая. Никто не может так прыгать с дерева на дерево, как я», – тараторила обезьяна. Долго они нахваливали себя и, наконец, решили спросить у совы. А сова спокойно дремала на ветке огромного дерева. «О, мудрейшая сова!» – крикнула обезьяна, качаясь на соседней ветке. «Ох, ух!» – заухала испуганная сова и открыла свои большие, как светофор, глаза. И сразу закрыла их. «Говорите, что случилось?» «Слон хвастается, что сильнее его нет никого на свете. А я говорю, что ловчее меня нет никого на свете. Рассудите нас!» «Одним словом», — вмешался в разговор слон, «что лучше, быть сильным или ловким?» Сова долго молчала, потом снова открыла свои большие глаза и сразу же закрыла. «За этой рекой растет большая высокая яблоня. Если я съем хоть одно яблоко, то смогу рассудить вас», — сказала сова. Слон и обезьяна прибежали к реке. Это была бурная горная река. И тут обезьяна стала горевать. «Как же мы переберемся через реку?» «А ты залезай ко мне на спину, я перевезу тебя через реку. Я же сильный!» — хвастливо затрубил хобот слон. Обезьяна мигом залезла на спину слона, и они перебрались через реку. Когда они подошли к высокой яблоне, слон увидел, что хоботом ему яблок не достать. Теперь слон стал горевать. «Как же мы достанем яблоки?» «Ты стой здесь!» – весело сказала обезьяна. «Я быстро залезу на яблоню и буду кидать тебе яблоки. Я же ловкая!» Так, помогая друг другу, они собрали яблоки и снова пришли к сове. Сова опять долго не открывала своих глаз. «О, мудрейшая из всех птиц, мы принесли тебе яблоки. Съешь и скажи нам о своем справедливом решении», — ласково попросила обезьяна. «Ты сама реку перешла?» — спросила сова, так и не открывая глаз. «Слон помог. Ты же ловкая. Твоя ловкость тебе не помогла?» «Река быстрая, горная, я могла утонуть». «А ты, слон, как ты достал яблоки с высоких ветвей?» «Обезьяна помогла». «Разве твоя сила тебе не помогла?» «Нет, без помощи обезьяны я не смог бы достать яблоки». «Верно», — сказала сова. «Я специально послала вас за яблоками, чтобы вы узнали, как в беде можно выручить друг друга. Теперь вы поняли, что важнее всего на свете. Это дружба. А яблоки я не ем. Съешьте их сами». Так слон и обезьяна стали верными друзьями и всегда помогали друг другу.